это главное меню. Когда оранжевый фон, это обозначает, что главное меню. Выбираем закрепки те, которые забиты в саму программу машины. Как это делается? Либо меняется. Нажимаем на закрепку. Тут нам указано про закрепку, то есть это по X ширину, ее размер 10,2, и Y 2,0 мм это в ширину. 41-41 прокол. Поле фиолетовое, вот это поле, это забито уже в программу машинки сами закрепки. Листаем вниз, выбираем необходимую нам закрепку 6. Тут показано, что тут 27 проколов, тут 27 проколов, 16 в длину и 2,4 в ширину миллиметра. Это все в миллиметрах. Для того, чтобы выбрать нам понравившуюся, которая нам понравится закрепка, мы ее выбираем. Чтобы ее выбрать, необходимо нажать на эту кнопку. Дальше мы выбрали ту закрепку и заходим в рабочий режим и шьем.